В Солидаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Армия Российской Федерации не контролирует город. Враг несет большие потери. Об этом в эфире телемарафона 7 января сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый. Там в Солидаре идут тяжелые кровопроливные бои, рассказал спикер. Только с начала этих суток было 76 обстрелов и 10 боевых столкновений. По его словам, украинские защитники пытаются выровнять тактическое положение, а также нанести россиянам максимальные потери в личном составе и технике. «Делаем все, чтобы сохранить свои силы. Солидар не находится под контролем Российской Федерации. Тактика у них не изменилась. Массированные атаки наступают непрерывно. Пехота. Шаг за шагом. У них выходило небольшие продвижения», рассказал Череватый.